Неисправимый трудоголик Али Окапов после того, как сложит полномочия звездного редактора сайта gaku.kz, собирается отправиться в турне. Отметим, что преимущественно апрельские концерты Али пройдут на западе страны. Грядет пятилетие моей певческой карьеры, поэтому планирую серию концертов. Начинаю с западного Казахстана, то есть 2 апреля пою в Актау, 3-го в Жанаузене, после чего проведу концерты в Аксае, Уральске и Актубе. Компанию своему музыкальному продюсеру в этом турне составит Индира Едельбаева. Кстати, Окапов почти завершил работу над своим вторым альбомом. И кое-чем еще. Сегодня проверю, как проходит монтаж моего клипа. Если все пройдет хорошо, я приму работу и в течение 2 недель представлю клип зрителям. Помимо этого, Али спешит порадовать своих слушателей рядом интересных совместных композиций. Почти готова наша с Диасом Аблаевым и Галымжаном Молданазаром композиция. А еще будет дуэт с Нуржаном Кермимбаевым. В общем, материала от нашего звездного пока еще редактора будет, как всегда, много. Следите за обновлениями.